Сложно поверить, что эти импозантные красавицы на подиуме не профессиональные модели, а наши долголеты 60+. До неузнаваемости может измениться женщина в дизайнерских нарядах и украшениях. Во второй раз фэшн-фестиваль «Хрустальная матрешка» показал – неотразимой может быть каждая. Как вы себя ощущаете в таких прекрасных образах? Ну, намного моложе. Я такая, кажусь сама себе красивой и самой успешной девушкой. А я хочу сказать, что осуществилась моя мечта. В юности я хотела стать моделью, но мой рост 1,55 м тогда не позволял это сделать. И вдруг сейчас, в нашем бальзаковском возрасте, вот эта мечта осуществилась. Здесь сбылись мечты не только для участников показа. Жители и гости города в день рождения Одинцова получили настоящий яркий подарок – праздник моды и красоты. Такие мероприятия должны быть. Здесь могут проявиться и начинающие дизайнеры, и начинающие модели от маленьких до самых взрослых. Российские дизайнеры одежды, аксессуаров и украшений со всего Подмосковья представили свои коллекции. Теплые трикотажные платья из нежнейшего кашемира и мужская одежда для настоящих бруталов в стиле casual. Элегантные пальто и парижский шик струящихся платьев. Детские коллекции юных дизайнеров. Сумки из натуральной кожи и украшения из самоцветов. Одежда из льна и крапивы. Мне самой нравятся натуральные ткани. В них есть особая энергетика, приятная к телу. Экологичность и тема экологии тоже нам близка. Каждый образ, каждая коллекция собирается по крупицам. Чтобы зритель насладился эффектным выходом, проделана нелегкая работа. Сотни переодеваний, макияж и прически, не одна репетиция, оттачивание проходок. В образе все должно сочетаться, говорит стилист, чтобы сработало золотое правило 7 секунд. Вот эти 7 секунд, они как раз-таки, как бы запечатление идет, как в кадре, как фотография, как выглядит человек, а потом уже его начинают слышать. Поэтому стилист, он как раз-таки, его деятельность, она направлена на то, чтобы эти 7 секунд дать человеку быть звездой. В этом и заключается главная цель фэшн-фестиваля «Хрустальная матрешка», считает организатор показа Ольга Уварова. Вдохновить жителей нашего округа одеваться ярко, креативно и красиво. Ведь от выбора одежды зависит многое. Каждый день мы стоим перед этим выбором. И мы счастливы, что у нас есть этот выбор. Важно, какой у нас этот выбор. Понимаете, то он бедный, скучный, как все, либо одежда, которая проявляет твою индивидуальность, подчеркивает твои лучшие черты. Она создает настроение, она делает тебе весь день. Полина Бахова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».